Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть вперед на зомби-войну. Новое обновление, привет, выжившие. Мы добавили новые награды за звезды. Вот компенсация за награды, которые вы могли пропустить. Ага. Так, это нам не надо. Тут у нас что-нибудь есть? Не, ничегошеньки нету. Так, завершено. Сезон окончен. Так, сезон... Ё-моё, тут станция 12-я. А это что у нас? А, потасовка. Собери колоду для второго раунда. Так. У нас что, тут уже 3 раунда будет? Понятно. Это тоже что-то новенькое, друзья мои. Посмотрим, что здесь. Нифига хорошего нету. Так, здесь забираем наши награды. Ежедневные подарки. Подожди, а где? Я же что-то же получил. Нет? Новинка. Так, новое обновление. 18 июня. Так, релиз. А это у нас было или нет? Надо сейчас, кстати, глянуть. Ну, я вроде бы обновление делал. У меня все, как говорится, норм. Так, это мы приобрели. Что у нас, ребят, по картам? Завершено. Это еще тут... Это еще тут не завершено, нифига. Награды за все звезды. Ключ. Подожди, а вопрос, ребята, а куда нам эти ключи нужны? Которые мы с вами получаем. Вот эти ключи, они... Стоп. Я не могу понять. А куда ключи-то мне эти ложить? Потасовка. Станция метро. А где обычные-то миссии-то, которые мы проходили, блин? Почему сразу станция метро-то и все? Ну? Чё-то я вообще, ребята, отупил. Я не могу разобраться, где у нас самые наши обычные миссии. Ну, которые мы проходили. Станция метро, это все понятно. Что станция метро, блин, нифига тут карта. А что у нас здесь? Возможно, награда. Ну, давай-ка глянем. Ну, насколько я понимаю, это не станция метро. Нет, это не станция метро. Друзья, это, видимо, продолжение у нас. По основной карте. Ползет. А зачем я сюда взял группу сват? Так, мне крови не хватает, да? Нифига себе, они проби... Нифига. Блин, а он у меня зараженный. Так. Бежит прямо на противника при столкновении. Заражает его ядом. Нормально. Оу. Молодец. Браток уже бомбит один из наших. Упал. Смертью храбрых. Дай сюда деньги. Я подозреваю, что сейчас будут бегуны. Так, мне бы заморозка бы не помешала, если честно. 152. Я возьму еще одного с кувалдой. Ну куда ты, блин? Ну куда вот он бежит, эй? Пипец, блин. Ну вот, 3 звезды не будет, ребята. Ну да, блин, 3 звезды не будет. Потому что этот охламон... Они даже его не стали тормозить. Они даже не останавливали его. Просто позволили ему пробежать. Ну что за дела-то? Ребят, ну что это за дела? Так дела не делаются.
Что у нас тут? Ага. Пополните. Ну и сколько тут? Давай так сделаем. То есть они увеличили в размерах. Ну, карта-то понятно, что тут дополнительные миссии. Ну, давай попробуем здесь. Попробуем здесь пройти. Да. Да-да, я вижу, кто здесь. В плаще бежит, как этот. Ведь все равно гад отравил, а? Ну, нормально. Э, смотри, смотри, смотри. На него даже, даже никто внимания не обращает. Он просто взял и завалил. Миссия легко. Угу. Ну, легко, и это понятно. Я хочу... Не, ну, суперсложно я тоже не хочу, конечно. Так, приоткрыли мы карту. Ага. Так. А если я вот этот отряд возьму? Допустим. Блин, строитель. 5-го уровня, ё-моё. Оу. Да ладно. Давай, 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 его на перехват-то бери. Блин, этого жирного надо нам. А мы быстрее разобьем ворота, ребят. Просто. Этот жарит, он даже не чувствует, ребята. Это уровень сложности был нормальный, кстати. И мы его прошли. Уровень сложности нормальный, мы прошли его нормально. Вопрос, а почему вот здесь не открывается? А, кто хотел сказать, возмутиться. Почему здесь не открывается карта? Она открылась. Так, 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 так. Но тут пока, ребята, у нас... Опа, еще здесь что-то есть, нет? Но тут у нас все на 3 звезды. Но вот этот уровень, конечно, меня немножко выбесил. 125. Награда выдается за 1 ключ. А вот, ребята, для чего нам ключи-то нужны. Мы с тобой тратим на... Ёпарсетеп, все, я понял, что мы их тратим на тайники, оказывается. Начать битву. Да, с ледяными всегда, ребята, была проблема. Тут уж не поспоришь. Давай так попробуем сделать. Я еще могу турель поставить. Он не горит от огня, да? А куда он? Почему он побежал обратно куда-то? Я еще одного, ребята, щитовика возьму, поставлю. Оу! Нет, только не шум! Ё-моё, сейчас набегут. Давай, 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 ломаем быстрее. Есть! Давай, за ключик. Но это, насколько могу понимать, это 149, это же опыт. Нет, опыт у нас синим, а красным что идет? Опыт, да, вот этот вот? А он для чего нам нужен?
А, вот что. Мы с тобой получаем награды. Вот здесь где-то у нас, ребята, не пройдено на 3 звезды какой-то один уровень, чтобы фул был. А что это за уровень, который не... Ага, вот, вижу. И вот. Ключик забрал. То есть вот эти две миссии у нас не пройдены. Ну давай глянем, что у нас тут. Давай посмотрим. На 3 звездочки надо, как ни крути тут. Неужели тут псы? Ну! Фига его ломом. Короче, здесь надо брать других юнитов. Эти слишком медленные, ребят. Ворота пробиваются на изи, но... Я сейчас поменяю. Ладно, не удивляет этот плащ у него. Я понял, понял. Я пройду сейчас этот этап, но возьму немножко другую команду. Раз они делают такую пакость, мы тоже, ребята, сделаем им большую-большую бяку. Так, возьмем с тобой... Да хотя бы вот этот отряд. Хотя бы этот отряд. Он тоже, ребята, очень даже неплохой. По крайней мере, быстро накапливаются юниты. Даже вот этот хотя бы морпех. Чего там не хватает-то постоянно? На перехват его! Просто затыкал. Нифига он его быстро как чук-чук-чук уложил в баньки. Да, 2 морпеха это сила. Тут ничего не скажешь. Уровень сложный. Но самое главное, что я, ребят, прошел его. Я, в принципе, для этого и мучился здесь. Мучился, прям бедный, замучился весь. Ну, я думаю, вы поняли, о чем я. Так, а где еще? Вот это, да, мы с тобой не прошли. Посмотрим. Тут на карте написано, нарисован был ветер. Угу. Они 2 уровня. Ох, как она медленно двигается. Я так и думал, ребят. Я так и думал, что будут шавки эти. В общем, шавки, ребята, по ветру, они довольно быстро бегут. Но все равно не 3 звезды. Видишь, в этом направлении быстро бегут. Перепроходим. Меня такой расклад не устраивает. Мне нужна эта чертова звездочка. Пускай даже не бухтят. Я, видимо, зря отправил туда эту копейщицу. Скорее всего, надо было на морпехах. Давай вот так вот сделаем. Надо было на морпехах как вот шли, так и шли. Мы туда еле-еле двигаемся. Да ну в плане, блин, ну все равно она укусила. Ну какого лешего-то, блин? Да какого фига она кусает-то, а? Нет, ну это уже перебор. Главное, первую шавку мы с тобой не можем завалить, а всех последующих можем. Чё за бред, а как быть? Бочки у меня нету, чтобы как-то ее скинуть ему на голову. Я не знаю, а огонь? Поможет ли мне здесь огонь? И успею ли я его вообще взять? Давай с этого начнем. Так, первую шавку мы завалили. Пипец. Нет. Не получается, друзья. Три шавки, никак их не могу, ребята, уничтожить. 96% хоть ты тут тресни.
Их... А почему у этого ничего нету? Ну, подожди-ка. Все, что у нас находится, это все у нас уже развешено, да? Слушай, я забыл, а где мы вообще эти с тобой предметы берем? Блин, может быть, снайпершу убрать? Как вообще команду-то менять? Я уже забыл. Вот что значит... А, вот. Вот на этой команде убрать. Так, сейчас, подожди. Сейчас. Значит... Вот этого возьмем. Сюда поставим. Так, эту тоже тогда снайпершу уберем. Поставим. Да хотя бы с лопатой. И вот этого возьмем. Вместо... Вот сюда. Я самых дешевых, друзья, взял. За 15 энергии. Я думаю, что будет норм. У нас никаких новых костюмов не появилось? Нет? Сейчас просто гляну. Ничего новенького нету. Все у нас уже приобретено, да? Новых скинов нету. Но получается, что так. Ладно, я хочу попробовать этим отрядом. Я надеюсь, что у меня все получится. Поехали. Да ты серьезно, что ли? Ты, блин, да как так-то, блин, ну? Я не пойму вот этого, друзья мои. Ну какого лешего-то? Эта псина хоть удар, ну, делает, блин. Этот лопух даже не успевает выглянуть. Ты понимаешь, блин? Этот лопух, он даже не успевает выглянуть, блин, ну, и выстрелить в нее, потому что у нее охрененная скорость. Может быть, использовать и этот тогда, блин, как его... Скорость и ярость, которую нам придает. Ну, потратить придется флакон, да, я не спорю, блин. Ну, а что еще-то делать? М? Да хуй постоял, подумал. Так. Я же говорил, пройду, друзья. Блин, нифига себе, на этом уровне тут профукался. Из-за этой собаки, а? Ты погляди только. Ну ладно, прошел. Все, можно забыть, как страшный сон. Так, выходим и смотрим. Ага, выходим и смотрим. И здесь еще какой-то один, ребята, уровень у нас пройден. Не на 3 звезды, а какой? А, я не вижу. Вот он. Вот он, друзья мои. Такс. Давай посмотрим. Надеюсь, тут без собак. Надеюсь. Хотелось бы верить. Ну, тут как бы без собак. Но тут... А, так эти зомби еще и первого уровня. А, это который воскрешает заново, да? Точно. И собаки тут есть. И собак тут до хрена. Но мы разнесем базу в щепки тут. Готово. Выкуси, правильно говоришь, выкуси.
Хоть деловой, выкуси. И побежал. Ну вот, теперь можно с чистой совестью сказать, что здесь, ребята, все пройдено на 3 звездочки. Как мы и любим. Завершено. Жить. Ключик нам дали. Так, следующий. Смотрим, что тут у нас подозрительного. Так, ну это мы забираем, понятное дело, все. Все ящики, которые есть. Ага. Очень много бонусных ящиков, ребят, лежит. Что приятно радует. Где-то монетки, где-то еще что-нибудь. Ага, уже нашел, ребята, уровень. Давай смотреть. Давай смотреть, какого уровня враги. 5-го. 5-го, ребята, уровня враги. И это стрелки еще к тому же. Все, фейл. Фейл, ребята. Сюда нужно брать. Ну ты понял уже, кого сюда нужно брать. О-хо-хо-хо-хо. Дело дрянь. Еще и молнии здесь. Дело в том, что эти зомби-то встанут. Че, всех ушатали, что ли? Там и с дробовиком, там и кого-то только нету. Здоровски, молния именно в моего. Не в их, а в моего, ребята, бомбануло. Ну ты, блюдки, а. Ну промахнулся ты, ну. И эта орда еще на меня побежала, да? По-моему, мне хана, ребят. Нет! Главное, здесь молнии, блин, ребята, против меня. Прикинь, они против меня играют. И погода против меня, и все. Она по ним не бьет, только по моим. Да какой тут уже тут бесполезно все это делать? Ой, мы не успеем, у меня отряд здесь слишком, слишком ложовый. Ты серьезно сейчас визнул по ним? Он же в бронике, да? Хероники он. Сейчас, ребят, волна побежит. А как он воскрес-то? Я что-то не понял. А как он вас... Я хочу сейчас... Так, попробуем. Только толку-то от этого. Все, сейчас начнется. Да понятно, что тут уже я не выдержу, не выстою. Просто смели. А, это еще... Ой, куда заново-то? Я не... Какой-то отряд взял, Рэй. Ну, ёпрсете, блин. Давай, ребятушки, давайте быстрее. А зомби что, пошел мне помогать, что ли? Зомби просто встал, начал бомбить, по-моему, вместе со мной баррикад. А что ты?
Все по справедливости, друзья. Так, прошел этот этап. Смотрим дальше. Так, ящик с тремя этими бензинками. Подожди, ведь где-то же должен быть еще, ребята. И не один уровень, а несколько, которые мы не прошли. На три звездочки. Вот, вижу, ребята. Так, давай я возьму, наверное, этот отряд. Ну, что-то как-то там... ну, уж больно хреновенько как-то получилось. С горем пополам... О, нет. Только не вас. Не хватало мне. Ну, бежит бегун. Нам нужна ярость. Давай хотя бы ярость вначале накопим. Давай, давай, ломай, ломай, пацан. Изи. Но это на самом деле было изи. Так, ну что? Я сейчас гляну, ребят, сколько нам. А, все, здесь тоже завершили. Тут, ребята, две миссии. Или двух звездочек где-то нету. Одну я уже сразу нашел. Вон она, выше чуть. Вот здесь вот. Давай смотреть. Пожарные, да? Серьезно? Пожарный? А с каких пор пожарный-то у них тут? Ой-ой-ой. И горит, и горит, и горит. Они поджигают. Давай автоматчик позовем. Пулемет. А баррикада... А, баррикада там... Вот, вот этого надо сюда вызывать. Там какие-то кошметки полетели от кого-то, непонятно. Прошли. Этот уровень... Легко? Да я бы сказал, что тут прям легко так. Как они описали, легко. Ну и сложно тоже не было бы, я бы не сказал, что прям сложнота. Так, горючее. Так, ключ. Подожди, где-то должен быть еще, ребята, один уровень. Вот, это самолет. Это, ребят, самолет. Блин, подожди, на самолете... По-моему, сложно будет. Пятого уровня, да? Он токсичный? Да, он токсичный. Но! Есть, молодец, красава. И он сейчас умрет, ребят. Да, он сгорел. Ну, не сгорел он ядом, от яда. Прекрасно. Уровень сложно. Уровень сложно был. Так, ну что, по-моему, ребята, здесь тоже у нас пройдена эта локация. Мы полностью ее зачистили. Так, я ящики сейчас просто по-быренькому гляну. Нет, наверное, я... А, во. И вот ящик. Так, ну, по-моему, все. Хм. А это завершено у нас полностью. А ящики остались. Причем нетронутыми. Подожди. Слушай, а вот тут тоже интересно.
Ну, давай для раунда 2. Сохранить. Здесь что? Ну, давай вот так вот сделаем. И раунд 3. Кто-то лишний, что ли, получается здесь? Юниты в раундах не должны повторяться? А кто у меня повторяется-то? Насколько нету никого больше повторяющихся. Дай-ка я гляну, что тут вообще происходит? Что-то какие-то новые изменения. Это кто там такой? Че? А кто там вылез? Чумазый какой-то. Ну давай, блин, ну. Красиво. В плане только. А там победу не засчитали, что ли, нам? Поиск игроков. И все, ребята. В бой. Но... Слушай, она так долго перезаряжает свой пулемет, вот этот вот миниган. Это трэш просто какой-то. Я не пойму, там мы получили медаль, сейчас не получили. Ага, появился еще кто-то. Кто-то новенький, свеженький здесь нашелся против меня. А почему у нее 4 бойца, а у меня 3? Это Глен же, по-моему, насколько я помню. Ну, снайперша, ну! Да нахрен тебе этот зомби, блин! Да. Но если начнет бомбить, так она бомбит уже, ребят, там реально. Фиг, что сделаешь. А что нам надо здесь делать? Я же на первом месте стою. И... Че ты, ребят, я уже и забыл, в чем прикол-то? Сколько надо раундов, сколько надо очков набрать? Я даже забыл, прикинь. Ладно, фиг с ним. 171. Так, вот здесь дофига, ребята, не пройдено, если честно. Тут прям. Тут прям не пройдено, так не пройдено. Поехали, посмотрим. Что нас тут поджидает. Ясно, вылез. Это у нас бессмертные зомби, да? Которых будешь убивать вечно, они будут Ну! Чмошник ударил, блин. Опять медленная команда, блин. Просто команда медляков. Да. Да, на 2 звезды, друзья мои, фигли.
Они приборзели там. Подожди, я не могу вспомнить, где. Неужели мы только на арене с тобой получаем? По-моему же, где-то еще мы же могли зарабатывать вот эти вот вещи для прокачки наших персонажей. Забыл все, все абсолютно забыл, друзья мои. Где куда ставят? Желтые пускай будут. Вот автобус нам не дают почему-то, ребята, больше прокачать. Так. Снять, улучшить. Так, а почему ты мне именно на нее-то даешь? Я не пойму. Здоровье. Стрелковый урон. Легендарки не ниже. Так, увеличит урон по оглушенным и замороженным врагам 30%. Фигня полная. Увеличит основной урон всех юнитов на 7%, пока этот юнит находится на поле боя. Какого фига я книгу улучшил? Вообще не хотел этого делать. Так, задание. Используйте активируемую способность львиного сердца. Найдите добычу на 6 локациях. На 6... А, на локации 6 найти добычу. И пройдите миссию с командным усилением ученые. Экипируйте юнита сетом предметов. Экипируйте юнита сетом предметов. Получите очки силы в добыче. Завершить ежедневных заданий. 3 штуки. Это все, что выполнено у нас? Да, это получается выполнено. А вот тут-то что? То есть, если здесь все выполнено, то вот здесь экипируйте сетом предметов. Используйте. Так, а это что у нас такое? Быстрый доступ ко всем. Возможные награды. Добыча. Локация 1. Перейти. Сложно. Перейти. Но это где мы с тобой и были, так? Я понимаю, да? Мы с тобой проходим эти задания. Ё-моё, там этот ублюдок ползает. Ползучий. Ползучий гад я его называю. Он ползет. Да сколько в тебя бомбить-то надо, а? Нормально бомбанул, ребят? И этот еще горит. Сейчас умрет. Короче, здесь все бронявые. Ну и что у меня тут осталось? Шиш да не шиша. Еще этот охламон лазит здесь. Сейчас взорвется. Слушай, прошел. Клоуны, да, говоришь?
Да ну блин. Какого лешего-то, а? Чё произошло? Как так получилось-то? Это под яростью мы находимся. Такие озлобленные. Ну куда, зачем вы так близко? Он же взорвется сейчас, ну. И вот сейчас будет самая веселуха. Здесь же, да, нас заколбасили. Есть. Почему у меня ни одного красного ключа нету? А? Ребят, я хочу, может быть, красный ключ, а не синий. Уровень 8. Так, игнорирует 50% сопротивления 40% урона противников. А звездочки это обозначаются легендарные предметы или предметы, которые... Нет, это, наверное, легендарные ребята, скорее всего. Это вот столько я должен влить, чтобы улучшить на 3 уровень. Книга. Так, 15. А больше не могу. Ух ты, какой кастет. Увеличивает основной урон всех юнитов на 25% в течение 3 секунд после выхода этого юнита. Ну-ка. Нет предметов. Хм. А куда же я эти расходники могу улучшить? Так, увеличивает основной урон 10%. Но могу я, например, вот это улучшить? Нет. Дает не получить урон. То есть мне не хватает предметов, насколько я могу понимать. Ну, видимо, да, ребят, не хватает мне предметов. Такс. На этой луке, блин. Ну, давай посмотрим, что у нас тут. Это команду, что ли, попробовать взять. Глянуть хотя бы, что у нас тут из этого получится всего. Опять ветер. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты вы серьезно сейчас, блин? Офигеть, ты посмотри, по броням бомбишь, ему хоть бы хрен. Убили там моего братка, да? Ну что-то ты как-то вообще мало урона наносишь, парень. Нет, 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 не надо. Давай вдвоем, быстрее, 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 ломаем.
Отлично. По-моему, урон мы не получили. Да. Не было урона, поэтому на 100% прошли. Тай-тари-та-тайс. Ага. Что тут, тупик, что ли? И... Ага. А, это все соединится сейчас? Ну да. Почему тут так мало ящиков? Давай смотреть. Мало ящиков, которых можно было бы, ну, подойти и забрать. Блин, этот кулакобойщик. Ну, конечно же, эти мелкие хмыри-бегуны. Давай-давай-давай, запинуйся. Бамс, удар. Запинали, красавчики. Я вам подсоблю, ребятушки, из турели. Ну, вот же зомби-то. Хрен с ним. Главное, прошли. Стоит там, улыбается. Ни на что, вообще ему пофиг. Он ни на что не реагирует. Я теперь, ребят, не с вами, идите вы лесом. Турель, ну ты даешь, а? Подкалываешь ты, конечно, меня подкалываешь в каких-то моментах. Так, все, ребят, бензин закончился у нас. Ну что же, я думаю, на сегодня, наверное, мы закончим. Но обязательно увидимся с вами в следующей серии. Нам нужно еще заработать здесь буквально 6 звезд. Раз, два, три, четыре. Ну, то есть 5, 6, что-то 7 тут, что-то как там, что-то как-то много получается, больше 6 звезд. А, тьфу ты, ребята, какие 6 звезд? Это нам 6 звезд нужно заработать для награды. А следующая награда у нас будет 300 опыта. То есть мы получаем с тобой опыт ради опыта. Интересная, забавная штука получается. 72 билета у нас еще. Погоди, а вот эти фишки куда идут? Стоп. А что это за фишки-то вообще? Ну, деньги, монеты, это понятно. А что за фишки? Это билет у нас для событий. Баксы это для одного, это для другого. Хоть убей, я не помню, для чего нужны фишки нам. Блин, тут еще звезды нету. А, так звезды мы получаем, ребят, не на вот этих миссиях. Эти миссии мы с тобой проходим, чтобы забрать награды. А вот у нас основные-то звезды. Вот здесь надо звезду получить. Получается. Слушай, как ни странно, больше я не вижу. Видимо, еще не открыты эти здания. А вот вторая звезда здесь. А это мы с тобой за награды проходим. Все, я теперь понял, ребят, за эти ящики. Потом ящики, наверное, видимо, здесь будут появляться уже без... Опа, пока говорил, ящик увидел. Почему в команду это все летит? В копилку команды, а не вот сюда вот. А, это за звезды. Понял. Ну что, ребятушки, на сегодня тогда закругляемся. Всем удачи и до новых скорых видосиков.